Привет, Библия! Тема «Иисус накормил многих людей». Текст Евангелия от Луки, 9 глава, с 10 по 13 стих. Иисус выбрал 12 учеников, был с ними и учил их многому. Он также дал ученикам силу изгонять бесов и исцелять болезни, куда бы они ни пошли. Ученики путешествовали по разным местам Израиля, проповедуя Евангелие людям и исцеляли людей. Затем молва об Иисусе распространилась по всей Галилее. В то время Галилеей правил Ирод, убивший Иоанна Крестителя. Люди интересовались Иисусом и рассуждали: «Вряд ли Иоанн, которого убил Ирод, восстал из мертвых, или воскрес один из древних пророков». Иисус пошел в город Вифсаиду. Люди, услышавшие об Иисусе через учеников, стекались со всех сторон, чтобы встретиться с Иисусом. Иисус тепло приветствовал людей. Он сам учил людей о Царстве Божьем и исцелял просивших об исцелении. И так прошло время, и незаметно наступил вечер. Ученики сказали Иисусу: «Господи, пора ужинать. Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустынном месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Ученики показали Иисусу 5 хлебов и 2 рыбы, которые у них были, и сказали: «Господи, это все, что у нас есть. Но здесь около 5000 человек. Нам надо пойти, чтобы купить пищи для всех этих людей». Иисус сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы и воззрев на небо, благословил их и преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Тогда произошло нечто удивительное. Было только 5 хлебов и 2 рыбы, и хлеб не заканчивался, несмотря на то, что им делились снова и снова. Все, кто там был, ели досыта, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Иисус дал пищу людям и ел с ними, которые считали его пророком или Иоанном Крестителем. Те, кто ел группами по 50 человек, должно быть, много говорили о том, что сказал Иисус, и о хлебе, который дал им Иисус. И в тот день Иисус сказал своим ученикам: «Мне предстоит много пострадать от первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». В тот день, когда Иисус поделился с людьми хлебами и рыбами, Он решил отдать за них свою жизнь.